Да, и такое бывает. Хотел спасти свою команду, и что? Вышло все наоборот. 5 голов уже забито в этом матче. Счет 3-2. Как обидно, от вратаря рикошетом в сетку. Никто, включая вратаря, не ждал удара с такой дистанции. Да, такие мячи не берутся. Претензии тут надо предъявлять не вратарю, а спрашивать нужно в первую очередь защитника. Какой удар все-таки? А, пушка страшна. К этому моменту уже забито 6 голов, 4-2 на табло, и все еще.